Большая вода внезапно пришла в Иваново вместе с утренней грозой. Ливень начинался несколько раз. Центр города мгновенно затопило. Ливневки не справлялись. К обеду дождь прекратился, а некоторые улицы города так и остались затопленными. Например, Воронина. Здесь образовалось целое море. Некоторые машины заглохли в этой гигантской луже. Перебираясь на другую половину дороги, пешеходы оказывались по колено в воде. Аналогичная ситуация сложилась на улице Ташкентской. По словам очевидцев, там утонувшую машину пришлось спасать сотрудникам МЧС.